Сбрасывай кровь. Раз.
проводить какие-то ликвидоры. Потому что когда на ликвидоре имеет смысл, когда захватывает руку с ножом. Потому что вот он захватывает руку, да, двумя руками, но это смысл имеет, меняется одно самооборудование. Такой захват возникает, или когда явно перевес именно фиксирует руку с ножом, это гораздо опаснее. Или когда их есть атакующих, они берут, чтобы не отставать с двух сторон. Это не индокет, ну там, требует атака от низких человек. В этом смысле, в этом случае этот захват имеет смысл. В других случаях, там просто за руку, он не очень большой смысл несет в себе. Потому что тратится две руки на одну, а все остальное остается свободным. И это атака обычно угрожающей руки. Ну или я одна руки, тогда он может, конечно. Двумя руками. Продолжаю. Поэтому это полезно, работа Тори с ножом, полезно, чтобы вы сейчас почувствовали длинную работу. Эта линия общая для всего айкидо, не только для вот этой техники, которую мы делаем, да, сейчас. Но мы пока не будем, ну ладно, чтобы не сбивать с толку, мы пока будем работать также отсюда. Руку к себе, инка, кайте, вниз. Попробуйте пойти, когда он вниз, и
когда нам нужно подниматься? Чтобы партнер от вас отшвыривал. Это зависит от вас, как вы сделаете движение. Если вы просто делаете движение вот такое, это центр ближней силы, его выталкивает. Вы должны сохранить движение вот такое, чтобы у вашего центра. Для этого вам нужен нож, чтобы вы понимали, медленно, на какой дистанции должен быть этот партнер. Он сейчас просто подсказка. Он, это не техника тандадори и не техника спасения руки с ножом. Но она ложится один в один на айкидо. Здесь мы можем эти элементы разобрать не на такой динамической скорости. То есть когда вы сюда ушли, ваша рука должна двигаться к плечу. Вот сюда. Тенчинаши и резать ему ногу. Мы заменяем силы. А на скорости без ножа это будет динамика. Отсюда вот эта кореолица начинает действовать. Вот. Теперь попробуем без дистанта, но единственное, что мы добавим код на 90 градусов, когда идет захват, мы будем вытащить там партнера. И попробуем эти формы. Потому что сейчас руки оставляю.
я ухожу, понимаете, есть эта возможность. Он может даже просто бить удары. То есть я отсюда буду вот так вот. И когда вы сюда отбросили, они возвращаются, естественно, разворачиваются. Вам будет еще помогать динамично. А я партнер стоит сзади на него. И касается меня там в одной из позиций. Я не знаю, в какой позиции. В принципе, мы это делали, наверное. Я думаю, кто-то помнит. Моя задача отсюда шагнуть вперед и отбить его руку. Тут есть два варианта. Есть два варианта. Либо он будет вот в этой позиции, либо в другую сейчас станет. Я с какой ноги шагал? С левой. То есть я могу шагнуть с другой ноги, да? Встаньте в ту же, которая была. Просто мы шагаем в другой позиции, руку убираем, и возникает у вас ситуация нашего любимого руки. Ваша задача вот из этой позиции ровная. Угроза, шаг, контроль, какой-то лечь на 90 градусов. И здесь стойки. Отбираем его здесь. Видите, вот его локоть, мое колено. Сюда. И можем заставить его перевернуться на живот. Отсюда. Бережишь. А это как оказалось. Через колено сюда и заставляем его вот здесь и двигаться. А я эту руку отпустил. Если держишь эту руку, то сразу держи сюда, ладно, не бойся. У вас это свободное. Вы же чувствуете? Раз, это держит одна рука здесь, рука здесь. Раз, два, вниз, вверх. Вертикально. Вот эта форма. Айзо, эта форма, она очень-очень теоретическая. Не крутите корпусом. Вертикальная форма. Не надо там смотреть, пытаться добиться. Сейчас делаем так. Сейчас вы должны линию поймать, устойчивость и движение. Потом все остальное наработаем со временем. Идет. Движение вниз. Шаг за партнером и ремень ноги. Все в базе.
вибрация вот тут возникає, эта рука пошла вверх. Дальше идет шоумен вниз движение. Нога подходит сюда. Отсюда вот эта линия шоумен. А вот этой рукой, да? Шоумен. Шаг. Вот вы как оказываетесь здесь. Шоумен. Шоумен. Кайтен. Вертикали вот эти плоскости. Не старайтесь где-то в локоть что-то такое свое какое-то непонятное рефлекторное сознание реализовать. Делайте линии. Линия. 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 Хорошо? Это не очень легко так делать. Гораздо легче какие-то там выкрутаться. Но вы будете это все время преподавать. Вы будете понимать это все. А это здесь мы также уходим. Партнер, он двигается вперед. И он встает одновременно, но уже другая нога, видите? Уже другая нога. И отсюда наше движение атакуем. Он как бы нас сдерживает здесь, ну как бы останавливает эти напарники. Наше движение ему в бок. Раз и два. Хватит ему. Отсюда. Он нас ловит, и вторая его рука, когда только отпускает, она готова бить сюда. Покажи. Я показал. Покажи. Еще раз. Когда он бьет, я покажу сюда, такую вот. И атакую здесь. И отсюда вниз. Садки. Раз, два, три, сзади. Как только эта рука отпускает, тут же наносим атеми в бок. И вверх. К себе, вниз. Шифу ноги. Рука отпустилась, атеми. Атеми. Thank you.